набирая обороты, флешмоб, калі супрацоўнікі сілавых ведомстваў выказваюць падтрымку беларусам, што хочуць пераменаў. Вітаю вас, гэта Белсат Зум, для вас працуе Ігор Кулей. У акцыі ўжо прынялі ўдзел супрацоўнікі КДБ, войска, следчага камітэту, пракуратуры, службы аховы прэзідэнта і розных падраздзяленняў МУС, ад АДАІ да Губазіку і АМАПу. Паводле інфармацыі газеты «Наша Ніва» ва ўправленнях уласнай бяспекі «Шок». Служба уласнай бяспекі пачала маштабныя правяранні. У работнікаў пераглядаюць тыя рэчы, праз якія можна ідэнтыфікаваць асобу ажно да вымярэння міліметровую лінейку водступу адпячатак. Што праўда, пакуль нікога не знайшлі. Правяранні не спынілі масавага пратэсту работнікаў спецслужбаў. У сацыяльных сетках усцяж з'яўляюцца новыя фота са словамі падтрымання свайму народу. І пакуль адныя сілавікі выказваюць беларусам, што хочуць пераменаў падтрымку, іншыя сілавікі збіраюцца іх разганяць. Паглядзіце, як гэта адбываецца на тэрыторыі адной з частак ва Менскім Урутшы. Відэа вельмі красамоўнае, але каб падмацаваць яго яшчэ і пэўнымі гісторыямі працы нашых доблесных супрацоўнікаў у пагонах, або прынамсі часткі гэтых супрацоўнікаў, давайце паслухаем размову майго наступнага госця Арцёма Зімоўскага, якого 19 чэрвеня беспадстаўна затрымалі ў Менску і збілі. Спадар Арцём, добрый дзень. Здравствуйте. Ось бачу на вашым твары сляды, гэта ўсё наступствы вашага затрымання, я так разумею. Да, совершенно верно. Скажыце, ці вы да моманту вось гэтага першага затрымання калі-небудзь удзельнічалі ў нейкіх пікетах, акцыях, выходзілі на вуліцы, пратэставалі? Нет, никогда. А што вось здаралася гэтым разам? Можаце апісаць і расказаць, як гэта адбывалася? В этот раз мы прогуливались с девушкой по проспекту Независимости в районе часа ночи. И когда шли уже, возвращались к автомобилю, вдруг заметили, что какое-то движение начинается на противоположной стороне дороги. Начала кричать девушка, очень громко кричать, истошно. То есть, ну, такой звук ни с чем не перепутаешь. Я включил мобильный телефон и пошел в эту сторону, откуда был звук. И на протяжении всего этого момента я снимал видео, и когда начал подходить к месту происшествия, чтобы разобраться в ситуации, ко мне навстречу выдвинулись эти двое людей, схватили меня. Я попытался, дернулся правой рукой из их объятий, после чего на меня начали сыпаться удары со всех сторон. Вы ведалі, што ў гэты момант у Менску адбываецца вось гэты ланцуг салідарнасці, што людзі нейкім чынам выказваюць свае палітычныя нейкія там пратэст? Да, конечно, я смотрю новости, я слышал об этом, но в тот момент там ничего не было, ничего не происходило. На проспекте никого не было, в принципе, людей. Там было несколько человек, сотрудников милиции было больше, чем простых граждан. Вам прадставіліся, яны сказалі вам, каб вы, не ведаю, не рабілі нейкіх супрацьпраўных дзеянняў. Хоць штосьці зрабілі перад тым, як вас схапіць? Нет, нет, абсолютно ничего. Просто увидели меня и сразу же пошли навстречу довольно бодрым шагом. І што адбылося далей? Можаце распавесці вось пасля таго, як яны вас узялі? Што адбывалося? Меня подхватили, затащили в микроавтобус, там продолжили избиение, выбили у меня из рук мобильный телефон, растоптали его ногой специально 3 раза. Я пару раз пытался встать, после чего получал удары. Дальше нас перевезли где-то недалеко от проспекта Независимости, посадили всех, кто был в этом микроавтобусе, в автозаке. Дальше отвезли в советское РУВД, где мы стояли около 5-6 часов возле стенки, ждали протокола. Вы спробовали неким чином так само потлумачить, что вы там выпадково, вы не протестовали? Вас кто-то слухал? Да, конечно, я пытался спросить, что происходит, однако сотрудники ОМОНа, которые были в этом микроавтобусе, они сказали мне заткнуться, а сотрудники РУВД, они были не в курсе, они сказали, что вы все узнаете потом.
Який вынік вось усёй гэтай справы для вас асабіста? Вас судзілі, быў нейкі суд? Нет, суда еще не было. Вся ситуация усугубляется тем, что, ну, я понимаю, что люди могут ошибаться, все люди ошибаются. Но я не понимаю, почему меня избивали, почему уничтожили мой мобильный телефон, и самое главное, почему на меня составили фейковый протокол, в котором, исходя из которого я за 3 часа до своего задержания участвовал в митинге. Выкрикивал «Стоп, таракан!» и «Сыхоть!», хотя в это время я был дома. И об этом есть свидетельские показания. Ну, их просто не может не быть. То есть, ну, подделали протокол. И вот это меня больше всего в этой ситуации возмущает. Вы сдымали побои, которые на вашем теле, и те будете робить нечто далее? Те будете скардиться, писать некие, не ведаю, там, запыты у Министерства внутренних справ? Разбираться не нужно. Да, конечно. Я вот как только меня отпустили, я обратился в милицию, написал заявление о всем этом происшествии. В понедельник в судмедэкспертизе сняли побои. И вот вчера выясняли по поводу зубов, почему я их не чувствую и насколько это все серьезно может быть. Дякую вам великий за размову. Зышу вам поспеху так само в отстоивании своих правов. Хтось може подумати, ну що ж, амапаўцы могли помилитися, схапили не того, може чоловік був до когось подобний. Але ні, таких випадків десятки. І, каб не бути голословним, наступна історія менського айтішника Дмитрія Гошки, якого схапили так само 19 червня. Йому побили нос, кривою заливало внутрі автозаку, але амапаўцы не дозволили йому допомагати. А коли дівчина внутрі автозака просила піти, їй виливали гэтую воду на голову. Давайте послухаем от первой крыницы эту историю. Господа, Дмитрий, с нами на сувязи. Добрый день. Добрый день. Скажите, коли ласка, ти вы коли-нибудь ранее бывали на неких акциях, пикетах вот до 19 червня? Не, ранее николи не был на этих пикетах. И в углу первый раз я трапил в автозак. Тоді розповідайте, яким чином ось 19 червня ви оказалися у центрі Менську якраз під час ось гэтых падзеяў, під час хапуна? У гэтай вечар ми з дзяўчынкай вырашылі паехаць на ровры і ролькавых паўзанках. Праз плошчу Кастрычніцкую і па праспекце Незалежнасці у бок парка Чалюскінцаў. І потым каля площі Перемоги нас спинив АМАП. АМАП там була стінка, през яку нельзя було ні проїхати, ні пройти. І дівчинка відійшла у бок, щоб зробити пару фотоздымків. У цей час нам за спину заїхав автозак, відколи вибіжали люди і почали хапати. І що відбувалося далі? Ось ви казали, що ви тут випадково, що ви не приїжджали на цю акцію спеціально. У вас увогулі ж хтось щось питався? Я нічого не питав. Одразу повалили. Я стояв з ровером, тому що дівчинка робила фотоздымки. Мене повалили на землю і почали скручувати. Ударили кілька разів ногами і потім понесли у автозак. Дівчинка в цей час... Мы потирали друг друга, и, может быть, тому они ее не схопили, потому что мы были у разных боках. Что отбывалося далее у автозаку? Вось, як до вас ставились уже внутри автозака? Вельми адмовно. Ведаете, мне не просто... туди поклали, мені закинули туди. І штурхали з одного боку у другий, не давали мені піднятися. І коли я стояв на чотириньках, мені ударили в лицо. І коли вже пішла кров, люди почали за мене, ну, може, одразу почали заступатися. Просто я не чув цього. Але потім все ж таки я змог подняться и сесть на лавку, где люди попробовали оказать мне некую первую хуткую допомогу,
там срубетку достаць штосьці такое, але ўсім гэта не дазволілі зрабіць, і мужчына насупраць мне даў мне сваю маску. Якую выснову вы для сябе зрабілі пасля вось гэтых падзеяў? Ці вы думалі пра гэта, ці падсумавалі для сябе неяк гэты дзень? Цяжка зрабіць нейкі вынік, улічваючы, што гэта толькі пачынаецца. І што будзе далей, ніхто не ведае. Я не лічу, што гэта скончыцца да саміх выбараў, але усе мы ўжо даўно жадаем нейкіх перамен. Давайте яшчэ сабе ўявім сітуацыю. Я ведаю, што яна выпадае вельмі рэдка, але уявіце сабе, што людзі, якія вас збівалі, вось амапаўцы, супрацоўнікі міліцыі, будуць глядзець вашу размову, што б вы ім сказалі? Што б я ім сказаў? Што яны не на тым баку, не супраць тых яны ваююць. Што насамрэч лепей далучацца да народа, чым потым быць ізгоямі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову, зычу вам усяго добрага і будзьце здаровыя. Дзякую вялікі. Чаму людзі ў пагонах, чаму АБАП, міліцыя дзеюць так жорстка падчас акцыі, чаму яны збіваюць людзей? Мы запыталіся пра гэта ўсё ў жыхароў Віцебску і іхныя адказы. Калі ласка, вашай увазе. Потому что им платят, что непонятно. На службе совестью поступаются. Ну что сделаешь? Из-за того, что главного кандидата Республики Беларусь подписи сейчас не так и много. Наверное, потому что у них работа тяжелая, они сами люди нервные. Потому что власть у нас такая в стране, поэтому так и действуют. Какая власть, вот такая у нас и милиция. Коли им за это платят, так они так и будут робить. Калі ўлада іх падтрымлівае, калі дазваляюць біць людзей на вуліцах, то чаму ім гэтага не рабіць? У рамках сваіх паўнамочий дзействует, поэтому все дозволено, наверное. Я такого не видела, честно. Калі чуеш усе гэтыя гісторыі, бачыш гэтыя карцінкі брутальных жорсткіх затрыманняў, ненароком насоўваюцца аналогіі з тым, што адбывалася ў нашых заходніх суседзяў, Польшы 30 гадоў таму. Пра ўсё гэта папрасіў распавесці майго калегу, журналіста польскага выдання «Жыжпасполіта» Руслана Шоршына. Руслан, добры дзень. Добры дзень. Я ведаю, што падобная сітуацыя была ў Польшы, і ты напісаў нават артыкул у нас на старонцы Белсата, што адбывалася з польскім аналагам АМАПу пасля таго, як да ўлады прыйшлі іншыя людзі, якіх яны ўласна і білі. Можаш ось крышачку расказаць, як складаўся лёс польскага адпаведніка АМАПу? Ну, складаўся гэты лёс вельмі, скажам так, не аптымістычна, таму што людзі страцілі працу, тыя, якія адказвалі непасрэдна за рэпрэсіі, людзі страцілі працу. Людзі пайшлі сядзець таксама ў турму, таму што былі выракі, былі судовыя выракі, быў вырак наконт пацыфікацыі вось шахты ГУЭК у Катавіцах, калі людзей пасля ўвядзення ваеннага становішча просто пастралялі людзей, 9 чалавек загінула. Гэтыя людзі мінулі гады, яны там у судах змагаліся, адвакатаў бралі, каторыя расцягвалі гэта ўсё, думалі, што гэта ўсё якбы скончыцца і тэрмін важнасці гэтай справы пройдзе, але не прайшоў, людзі пайшлі сядзець у турму. І нават некаторыя па 15-12 год атрымалі ўжо ў сталым узросце. Таму вот так, была люстрацыя, было некалькі законаў пра люстрацыю. Гэта азначае, што былыя функцыянеры спецслужбаў, сілавых ведамстваў не могуць займаць ніякіх кіраўнічых, нават мінімальных кіраўнічых пасадаў, калі яны, скажам так, не пройдуць гэту люстрацыю. Забралі без разбору пенсію, таму што пенсіі яны мелі вышэйшыя генеральскія пенсіі, там пенсіі палкоўнікаў, маёраў. Гэта вялізныя пенсіі, звычайны паляк пенсію меў мізерную, а яны былі з пенсіямі такімі, што іх на ўсё было стаць, маглі ездзіць, лётаць па замежжах. І таксама гэта не адразу зрабілі, гэта зрабілі мінула пару год, гэта ў 2000-х годах пачалі вось ствараць гэтыя законы пра пенсіі, падаецца 2008 ці 2007, я не памятаю дакладна,
уже коли повстал гэты первый закон про пенсии, позабирали все надбавки, все, все, что просто им по службе, там, по выслуге, по всему этому, и эти пенсии скоротились. А другий раз в 2006 году была радикальная такая измена, увели закон, и все пенсии былых функционеров коммунистичных вот этих служб сравняли с средней пенсией у Польши. И они не могут отрабатывать больше, чем средняя статистическая пенсия. А еще, когда речь пропагандисты, как скончили, я вот специально звернул увагу на такого журналиста польской панорамы. У часы военного становища человек Туманович, Марек Туманович, прозвище, вот я как раз себе занотовал, это очень показальная была история. У часы военного становища человек опранул военный мундур и начал рассказывать разную пропаганду, там эти бредни у панораме, вечеровых новинах. Как все там это правильно отбывается, вот людей там арештовывают и так далее, а они, это так само, как белорусская панорама. И он это, вот, был так само символ этой пропаганды. В 90-м году человек стратил працу, нигде не мог найти эту працу, никто его в никаких медиях не брал, и он працевал как охотник, и нигде по некой ахове туды-сюды ходил. Сегодня никто не ведает, что земна вот есть. Он старенький дядок уже, все. Но в 90-м году, это время показально, одразу после 89-й год первые вольные выборы, в 90-м году этого человека уже не было. Ни в одних медиях, ни в одних прессе, никуда нигде не пошел. Только за то, что он себя вельми мощно проявил под час режиму. Вот такая была у него как бы своя инициатива внутренняя, хотел, как скажут, подлизаться. Ну і все, і просто його нема. Руслан, дякую великі за гэтую розмову. Нагадаю, Руслан Шошин, журналіст польського видання «Жечпосполіта», був моїм суразмовцем. А ми запиталися інших білорусів, що вони думають, що треба буде робити з гэтими супрацовниками у пагонах, які так себе поводять на мирних акціях протестів. Гэтых людей треба судить. Я думаю, сподіватися на Божий суд, это, конечно, добро, але мы живем у светской державе, и треба судить и по громадских законах. Люди, которые нарушают закон, конечно же, должны быть привлечены к ответственности. Какая-то степень ответственности решает суд. Посадить судей и тех, кто давал лживые показания, тем более, что есть за что зацепиться. Эту милицию, я их выховываю так, чтобы они не отчували ни жалю, ничего. Это ж, ну, то же самое, что эсэсовцы колисти при фашистах. От них ничего не зависит. Им приказали, они сделали. То есть судить их не за что. Я считаю, что они должны ответить за свои поступки. Все же они выбрали, что делать. И их выбор был таков. Не стоит прощать такое. Я не хочу бояться подойти к милиционеру в своей стране. Александр Лукашенко побывал у Берасті і розмовляв з активістами ініціативи супраць побудови акумуляторного заводу. Ось фрагмент цієї розмови. Саша 3% вже написали на майку. Ну ви хоч вірите, що він дійсно, що президента 3%? Да от в цій от альтернативній кампанії то я більше трьох не беру. Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорблять. Вусатый таракан, еще чего-то. Я еще только действующий президент. Але что до самой размовы и того, что там отбывалось, вельми шмат пытанию повстало у сетеве. Одни пытаются, чему активисты пошли потискать руку Александру Лукашенко, чему робили с им селфики. Все это мы пытания скируем до берастейского правооборонца, так само сябра ініціативної групи супраць побудови акумуляторного заводу Романа Кісляка, який присутнічав на гэтай сустрічі, але селфіків не робив. Роман, добрий день. Як трапляли туди люди? Тому що у мене ураження, що там не були усі, хто протестує супраць заводу. Там була вельми обмежована кількість людей вчора. Во-первых, часть людей не готовы были общаться и пойти на эту встречу, это раз. По принципиальным соображениям. Во-вторых, эта встреча готовилась очень так спешно. В воскресенье на площади мы узнали о том, что такая возможность существует. Сотрудник милиции ходил и людям говорил на площади, чтобы они шли в горисполком и записывались на встречу с Лукашенко. Вот. На самом деле никакой там записи не было.
реальности. В общем, и потом был, я уже подъехал к горисполкому и стал выяснять, ну, что это за информация. И, значит, тоже было непонятно. Потом мы выяснили, что вроде как такая встреча готовится. Был согласован очень небольшой список, 6 человек. Мы просили его расширить. Нам отказали, ну, уже днем, на следующий день. Сказали, что да, может быть, действительно надо расширить. И также мы спешно вот его расширяли. Но часть людей не попала. Служба безопасности президента отказала во встрече некоторым, в том числе Татьяне Фесиковой. Непонятно почему. Вот такая страшные такие, скажем так, активисты. Ну вот остальные попали. Но там на этой встрече были не только мы, 10 человек примерно, активисты. Там были из других, не знаю, инициатив, насколько мне известно, педагогов школ приглашали, ну вот, скорее всего, что для массовости, или, может, задать вопросы по образованию, я не знаю. Сначала был действительно монолог, было его такое вступительное слово, минут на 15, и он различные вот эти моменты поднимал, скажем так, которые не относились к теме, ну, завода. И, ну, честно говоря, я не видел смысла уходить в сторону, скажем так, потому что цель наша была все-таки вопрос решения с аккумуляторным заводом. Было видно, что это так вот, ну, на бегу. Формат не позволял отвлекаться на какие-то вот разные. Мы не могли 2 часа стоять и о разных вещах говорить. Для нас очень, для брещан, принципиальный вопрос это строительство аккумуляторного завода, вернее, его закрытие, решение, окончательное решение вопроса с аккумуляторным заводом, так можно сформулировать. Поэтому ну, старались не отвлекаться, я, по крайней мере. После этой встречи шмат кто сделал селфик с Александром Григорьевичем, вас не было сярод тих, кто стоял и робил зим фотоздымки. Ось мені цікаво було почути, чому вас там не було, а і чому ті ваші поплечники, з якими ви змагаєтеся супроти цього акумуляторного заводу, чому вони захотіли мати такий фотоздимок з керівником країни? Ну, я противник действующего президента Лукашенко Александра Григорьевича, я его критикую, я не... И... Как бы мне было сложно вообще пойти на эту встречу по вот этим причинам, да. Но тем не менее, все-таки я для себя решил, что мне необходимо там быть и помочь, ну, коллегам, насколько я смогу. Вот, ну, для меня неприемлемо было вот с ним фотографироваться. Ну, для решения каких-то очень важных вопросов для города, для страны, я готов разговаривать с кем угодно, да. Ну, фотографироваться для меня это неприемлемо. Ну, люди у нас в протесте очень разные, на самом деле это обычные люди, которые вот, ну, до 2018 года никак не были ни в каких общественных инициативах, ну, большей своей части. Ну, поэтому властям может быть легче с таким, с одной стороны, легче с таким наивным таким протестом, такими людьми непрофессиональными, скажем так, вот, с другой стороны им и сложнее. Те, кто не готов был фотографироваться, в общем-то, они сразу не пошли на эту встречу. Дякую, великий господа, Роман, за гэты коментар. А мы переходим до наступной темы. Днями блогер, наибольш популярный белорусский блогер Нехта, ён же Степан Святлов, створил телеграм-чат под назвой 97%. У им уже каля 20 тысяч особов, а так само есть еще маленечкие подчаты, которые размеркованы по самых буйных белорусских городах, и там так само уже 1000 подписантов. Навошта что все это сделано, запытаемся власно самого Степана. Степан, привитание. Витаю. А пиши, коли ласка, навошта ты зробил вот этот чат 97%, навошта створены это региональные отделы так само этого чату, какие мэты переследовали, коли это робили?
Ну, гэта ідэя не належыць цалкам мне, гэта ідэя падпісантаў, якія ў тым ліку ўдзельнічалі ў маштабных акцыях па ўсёй Беларусі, якія былі напрыканцы мінулага тыдня. Нагадаю, што пратэставалі людзі нязгодныя з рэпрэсіямі ў бок асноўных апанентаў рэжыму, і вось пасля гэтых акцыяў, калі пачаўся хапун, калі ўлады, па-першае, ўлады самі не ведалі, што рабіць, таму што была моцная дэцэнтралізацыя, і сіл проста міліцыі АМАПу не хапала на ўсе раёны Менску. Я нагадаю, што акцыі былі ў розных раёнах, у розных гарадах, гэта потым яны ўжо неяк прызвычаіліся. І потым узнікла проста ідэя, як бы стварыць штосьці такое, куды б вось гэты ўвесь запал і уся гэтая моц народная не сышла проста, а накіраваць яе ў некае новае рэчышча, хаця б пакуль, каб гэта ўсё не заціхла, каб людзі ў інтэрнэце абмяркоўвалі тое, што адбываецца, фарміраваліся ў некія больш меншыя групы і самаарганізоўваліся. І учора ўжо паказалі першы прыклад. Мазыр самаарганізаваўся, больш за 10 чалавек там выйшла. Таксама ў Менску зладзілі велапрабег, так званае, больш за 15, здаецца, рварыстаў праехаліся ўздоўж галоўнага праспекту і сігналілі званкамі. І я думаю, што такія прыклады самаарганізацыі будуць працягвацца, і магчыма, што гэта ідэя пакажа таксама прыклад усёй Беларусі. Для вас персанальна, для каманды нехта, якая гэта стварала, што будзе такім вынікам, такім паказнікам, што праект вось гэты з гэтым чатам ён удаўся? Вось вы ставіце сабе нейкія мэты? Пакуль такіх мэтаў няма, і гэты праект цалкам не камерцыйны, гэта проста адказ на прапанова на попыт, таму што людзі прасілі, і мы зрабілі. А паколькі мы знаходзімся ў Польшчы і можам гэта ўсё арганізоўваць бяспечна, людзі ведаюць, што чат ніхто не ўзламае, плюс мы ставімся да гэтага больш адказна, чым іншыя адміністратары буйных тэлеграм-паблікаў і чатаў. Мы набралі каманду професійных мадэратараў, якія выдаляюць увесь спам, флуд, гэтак званы бруд і гэтак далей, і чат застаецца вось па меры магчымасці такім сапраўдным, цывілізаваным, аргументаваным інтэрнэт-форумам. Можна сказаць, гэта такая першая тэлеграм-пляцоўка для абмеркавання чагосьці без цэнзуры. Степан, дзякую вялікі за тое, што падзяліўся. Будзем сачыць, як чат развіваецца і што ў ім абмяркоўваюць людзі, за ідэямі, якія ім таксама прапануюць. Усяго табе добрага. Дзякуй. І гэта была апошняя на сёння размова ў нашым выданні Белсат Зум. Для вас працаваў Ігар Кулей. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, і заставайцеся з Белсатам.